Всем привет! Мы находимся в Иордании. Это отель Moulin Beach DC. Он находится на Мертвом море. Здесь мы 3 дня. Потом мы будем переезжать в отель Moulin Beach Акаба, который находится в самом городе Акаба. Здесь, в этом отеле, можно отдохнуть на Мертвом море. Мертвое море в январе очень теплое, 24 градуса даже. И вообще отель очень красивый, великолепный. Здесь очень вкусная еда, обалденная атмосфера и просто замечательный отель для комфортного отдыха. Я вам сейчас его покажу немного ближе. В холле отеля находится вот такой водопад. Внутри очень уютно, много места для отдыха и релакса. Много интересных резных вещей в холле отеля. Еда в этом отеле разнообразная, вкусная. Накладывать сколько пожелаешь в твою тарелку. На огромной территории находится много зданий песчаного цвета, где мы и проживали. Вот такой вот фонтан. И такие мощеные улочки между зданиями. На машинке нам тоже удалось прокатиться до ресторана. А этот кот выслеживает птиц. Так номер выглядит внутри. Все сделано в таком восточном стиле. Мне очень понравилось. Прогулка вдоль Мертвого моря – невероятно приятное удовольствие. Когда мы приехали, в первый день море очень штормило. На территории несколько бассейнов, в том числе подогреваемый бассейн. Это бассейн с достаточно прохладной водой, но на жару очень даже актуально. В январе сейчас поплавать хорошо в теплом бассейне, вот в таком. Здесь есть бар с алкогольными напитками, безалкогольными напитками, кофе.
Посмотрите, какой красивый водопад и как изысканно он сделан. Вот проход на пляж. От нашего номера идти до пляжа порядка 10 минут. Таким прогулочным шагом, не спеша. То есть идешь на пляж вниз, а обратно ты поднимаешься уже по лестнице наверх. Все сделано из такого ракушечника. Такие подпески. Оригинально стилизовано. Здесь внизу есть еще один бассейн. Но там тоже вода холодная. Теплый бассейн здесь только один. На шезлонгах полежать с видом на бассейн и на море здесь тоже очень зачетно получается. В море не рекомендуют купаться дольше 15 минут, чтобы потом был перерыв еще час, потому что вода очень соленая, могут быть проблемы, поэтому лучше не перекупаться. В остальные дни море было очень тихое, гладкое и спокойное. Мертвое море очень соленое, и это соль видна на таких камнях и на всей поверхности, которая находится рядом с морем. А здесь можно полюбоваться и посмотреть, как выглядит дно Мертвого моря. Вода держит легко, можно не напрягаться, а просто отдыхать. Пляж у отеля небольшой, но невероятно уютный. Очень классно. Вот обратно мы идем вверх по этим всем лестницам, к которым спускались вниз. Вот на таких машинках развозят по номерам на территории отеля. Здесь еще есть джакузи. Обалденное место. И реально прям джакузи. И бассейн здесь еще. Видите, маленький совсем. Здесь должна быть детская площадка с аттракционами для детей. Ну и здесь они купаются. А вот здесь устраивается представление, судя по всему. Такое огромное пространство для зрелищ. На самом деле территория очень большая. Всего не покажешь на видео. Здесь можно гулять, здесь большие пространства. Поэтому лучше приезжайте, посмотрите сами. Это стоит того. Посмотрите, как интересно отель выглядит после заката. Уютно. Все в огоньках. А небо просто потрясающего цвета. Очень красивое. Всем спасибо за внимание, а продолжение в следующем выпуске.